Всем привет! У нас Фазмофобия, Соло Профи, Тэнглвуд. Это я запомнила, что Тэнглвуд. Это не выход. Тэнглвуд я запоминаю. Эти все двухэтажные домишки, вот это мне пока сложно. Бетти Кларк, МП, датчик движения, соль. А мы идем искать Бетти. Я не посмотрела, где щиток. Щиток? Чего-чего он там сказал? Такое ощущение, что он там каждый раз говорит что-то важное, но говорит это всегда в спину, когда ты уже ушел, и он тебе такой, типа... Кстати, я забыл тебе сказать, комната призрака, она находится... И все. И на этом моменте ты уже больше никогда не узнаешь... Кость, ты здесь? Ты здесь? Ты здесь? Сколько тебе лет? Сколько тебе лет? Ты здесь? Так. Ай-яй-яй! Ой, как страшно сейчас было. Ой, как страшно сейчас было. Прям без шуток страшно. Пока еще ничего не нагрелось. Блин, я испугалась, что это атака. А вот и атака. Ладно, как говорится. Допустим. Я, честно говоря, не поняла, что за агрессия. Как бы, если ты демон, то вопросов нет. Я ж даже доску не успела включить. С чего атака-то? 36? Я просто зашла в дом. Я даже ничего не сделала, вы же видели, я просто взяла доску, она не включена. Это что еще такое? Нет, я все понимаю. Да, блин, да... Нет, я ничего не понимаю, это что такое? Это вообще... Нет, ну правда, слов нет. Я же не говорила по доске. Она была выключена. С чего у меня разрядилась мозга до 30%? Просто что она мне дыхнула в ухо, я там постояла. А чё я, кстати, соль несу? Я не знаю, блин, где она. Но я слышу, что он где-то здесь бродит. Ща. Разберемся. Выбесило меня, блин, не могу. 11-то много.
что я тут выбросила. Ты здесь? Ты здесь? Дай мне знак. Дай мне знак. Дай мне знак. Ты здесь? Сколько тебе лет? Ну пока, ой. Пока она просто угрожающе топает. О, пятерыч. Так. Что тогда получается? Получается, что это у нас не демон. Это они, что ли? Нет, они не отрицательный призрак. А кто это тогда? Фантом Банши. Я начинаю немножечко догадываться. Банши отпечатки. Это мы сейчас сразу узнаем. Я прям, знаете, даже не буду ничего брать. Сейчас возьму фотоаппарат и сразу беру отпечаточный фонарь. И мы идем искать Банши. Потому что это безобразие. Что это не Банши, хочешь сказать? Ты точно уверен? То есть ты хочешь сказать, что это просто был фантом? Ладно, я приму это с честью. Не надо мне моргать тут. Какая комната твоя? Какая комната твоя? Ты глухой? Какая комната твоя? Данинг, спасибо. Так, ну пойдемте искать подтверждение того, что это фантом все-таки. На случай, если просто отпечатки не появились после атаки. Не знаю почему, ну просто не появились. Что я-то уже подумала, что это Банши, поэтому она такая дерзкая. Хотя это, конечно, не объясняет того, что я зашла в дом, и мозга просто просела на... 70%. Как бы где это видано? Где я могла столько потерять? Да хватит за мной ходить. Может, сейчас, кстати, потрогает все.
Вот дерзота. Если это фантом, ну, скорее всего, это фантом, это самый активный фантом, которого я когда-либо видела. С чего это он вдруг решил нам... Ну да. Это очень-очень-очень странный фантом. Ну ладно, я там сейчас-то я хотя бы по доске разговаривала. Дичайший какой-то. Может пойти посмотреть еще на него и да и поехать? Мне вообще довольно страшно, потому что он может меня очень легко перехватить. Ну пойдемте, пойдемте. Очень обреченно я добавила. Я просто хотела посмотреть на него. Так, куда мне так встать, чтоб не огрести? Эй, покажись! Да, блин, тут сложно, кстати. Покажись! Я забыла, как его зовут. Дай мне знак, призрак. Призрак. Так, и где он? Тут его нет. Вот оттуда пойдет, что ли? Ты где? Ты где? Стой! Посмотрела на призрака, офигенно. Очень красиво лежу. Но это было глупо с моей стороны, я согласна. Я скорее из-за озорства пошла на него смотреть. Но где он был? Я даже не заметила, как он появился. Но меня тут, наверное, подвело то, что фантом, он же реже моргает, чем обычный призрак. И он ко мне, наверное, вот где-то с левого борта подкрался, и я его даже не заметила. Ой, он, наверное, еще ползучка. Там девка, да, была? Бетти какая-то, по-моему. Блин, он, наверное, ползучка. И он подполз, а я его за островом на кухне не заметила. Какая нелепая смерть. Ну ладно, мне не так жалко этих денег. Жалко на самом деле. Ставьте лайки, пишите комментарии. Я с вами прощаюсь. Пока-пока.